Похоже, эта тропа тебе не знакома. Ты забралась в такую глушь? Куда ведет тропа? Главное, что на юг, подальше от Банук. За кладом смерти. Храни меня Банукой. Но это кратчайший путь из зарубки. Так будет быстрее, чем идти через всю землю Азерам. Ты мне поверь, отсюда нужно уходить быстрее. Я еще даже не пришла. С чего мне уходить? Нападение странных машин, проклятие на горе. Для меня этого вполне достаточно. Идешь в Меридиан? Да. Меня назначили послом при дворе короля Солнца. Больше никто не хотел. Все не так плохо. Я им пою древние песни Банура, кархи царапают свои смешные глифы. Я говорю о растущей злобе машин, и король Карха снова предлагает помощь, хоть и знает, что Банук ее не примут. В каком смысле странное? И что за проклятие? Такие сильные злобные машины на юге таких не видали. Над горой всегда клубится дым, как над погребальным костром. И пусть их. Я здесь не задержусь. Что это за место, зарубка? Пограничная земля. Граница Банура, граница Нагорья, граница земель других племен. Она пострадала в войну с Карха. Но страдала и прежде. Жизнь там — это испытание. Битва не на живот, а на смерть. Потому ты идешь мимо. Не лучшее место для дома. Свой дом я всегда ношу за спиной. Спасибо, что предупредила. Но мне интересно посмотреть самой. Мои слова пропали в туне. Ну что ж, я понимаю, ведь все вы охотники одинаковые. Удачи! Я лечу. Что ты делаешь, Элой? Этот путь ведет в зарубку. Банук ничего не смогут тебе предложить, кроме никчемных суеверий. Затмение не будет ждать, пока ты резвишься на снегу. Вернись к делу. Удивлена, что ты еще за мной следишь. Думала, больше тебя не услышу. Прости, что меня все еще заботит судьба этого мира. Я тут подумала. Раст рассказывал мне истории про Банук и их шаманов. Как они вплетают синие кабели прямо в кожу. Кого-то напоминает, правда? Так может, ты не хочешь пускать меня к Банук, чтобы я не узнала о твоем прошлом? Меня заботит не прошлое, а будущее мира или его возможное отсутствие. Тебе бы не тратить время впустую, а заняться делом. Но ты, конечно, поступишь по своему усмотрению. Какой обидчивый. Thank you.
лезешь, Нора? Ничего, пока лезла, согрелась. Ты добралась до зарубки, странница? Но ты здесь не задержишься. Тебя ждет редкое зрелище, Нора. Бургрент, поставщик снаряжения. Как правило, мертвецов Банок сжигают. Но не сегодня. Потому что не смогли забрать тела? Печальная история. Все их лучшие воины погибли. Они прощаются с умершими иначе. Справьтесь с горем, охотники, и убейте его! Наших родичей постигла судьба, о которой мечтают Банук. Они пали, поражая сталь копьем. Их борьба закончилась. У вас на глазах их души поднялись в синее небо и устремились к синему свету. Но наша борьба лишь начинается. Скоро мы вновь пойдем охотиться на демона, который вводит машины в выступление. И потому я спрашиваю, есть ли у вас отвага наших павших родичей? Вы готовы сражаться и умереть, как они? Моя отвага, мое копье! Банук, наши враги – добыча. Демон? Исступление машин? Эти машины перебили лучших из них. И что они думают? Опять пойти туда? Глупцы. Хочешь совет? Даром. Элой. Элой, я провел тут две долгих зимы, и до сих пор эти Банук меня поражают. Взять эту историю. Началось с того, что их шаман, Аурея, стал вещать про какие-то там души и демонов на громовом барабане. Они ломанулись туда всем вераком.
И половину из них перебили машины. Когда Урея исчезла, я думал, они придут в чувство. Но нет. Могучара так хочет еще разок повторить все то же самое. А что именно у Банук тебя так поражает? Ну, для них все испытание. Во всем они видят лишь преодоление преград. Ну, вряд ли можно иначе, в таком-то месте. Да, земля, где от холода трескаются зубы, где рыщут дикие звери. Казалось бы, почему не принять помощь по разумной цене? Поверь, я пробовал их убедить. Но Банук перестанет спорить, лишь когда подыхать ляжет. Это Аурея рассказала людям про демона? Именно так. Она сказала своим, что он живет на громовом барабане. И ей поверили. А ты не веришь? Слушай, я не знаю, что Аурея там нашла. Шаманы перед чужаками не отчитываются. Но машины в зарубке становятся все злее, это ясно. Может, всему виной демон. А может, у них всех просто несварение. Кто ж их знает? Но Аурею уже не спросишь. Она ушла, и никто не знает, почему. Что говорят об Аратаке? Он хороший воин? Он вождь Верака. Ему все внимают, хотя он редко раскрывает рот. Дохлая рыба и то разговорчивей. Но когда он и Аурея привели сюда свой Верак, Банук тут стало больше, чем я за всю жизнь видал. А что еще я увидал? Мой собственный торговый путь. Хороший такой, отсюда до самой жилы. И тут этот тип взял, да и увел своих на смерть, прямо в когти машин. Я лишился лучших клиентов. А что вообще такое эти вераки? Племена внутри племени? Ну, это не как наши кланы. В них берут не по праву рождения. Нужно пройти испытание. Докажешь, что ты в чем-то лучше, и, может, тебя и примут. Иные вераки гибнут быстро. Другие оказываются прочны, как металл. Вся территория Банук – Банур. Это собрание самых больших древних вераков. Даже не знаю, то ли понятнее стало, то ли наоборот. Ну, вот что я знаю точно. В каждом вераке есть вождь и есть шаман. Они принимают решения. Это все хорошо. Только вожди – упертые типы. А шаманы витают в облаках. Ты знаешь о человеке по имени Сайленс? Высокий, мрачный такой, провода в коже. Как у шаманов. Да, я слыхал это имя пару раз. О нем шепчутся, будто это страшило, которого Банук хотят забыть. Я точно не знаю, как дело было, но вроде то ли он чем-то насолил совету, то ли совет ему. Совет? Все самые важные шаманы время от времени собираются в Бануре, чтобы обсудить эти свои духовные дела. Как они все умещаются в одной палатке с такими-то хитро вымудренными штуковинами на головах? Аурея ходила на это гульбище. Но когда я спросил, как она там, она на меня только зыркнула. Хочешь узнать больше, придется найти ее. И понравится ей, наверное. Удачи. Говоришь, ты прожил здесь две зимы? Да. Про эту невидавшую стали кучку палаток мне одни пушники в жиле рассказали. Хорошее место. С потенциалом. Но дела шли паршиво, пока Урея не привела сюда своих. Они все говорили про большой поход. А послышалось доход? Уши подвели. Банук-то не то чтоб сильно жадные, просто торговать любят со своими. Вот бы нам до них достучаться. Об этом поселении все бы заговорили. Ну или хоть кто-нибудь. Нам? Мне и моей моей помощнице, Варге. Моей помощнице и дочери. Как деловые партнеры мы лучше уживаемся. Ее мать просила обучить девчонку. Она начала возиться с оружием и... Слушай, когда захочешь передохнуть от всех этих дел, вы с ней обе... Как бы это сказать-то? Женщина? Нет, я не про то. Вы независимая. Она в длинной засечке. Это самый восточный лагерь.
Расскажи все об этом демоне. Да это все болтовня. В болтовне что-то есть. Объяснение тому, что стало с машинами. Ну тогда ищи Аурею. Она ушла в сторону гор, которые зовут Ледяной Теркой. Говорят, только шаманы знают тропы в этой встылой гряде. Но я знаю, где можно найти ее ученика. Налтука. Он пошел на север от реки, ведомый слухами. Слухами? Да, нехорошими. Нападение снежной пелены. Какие-то чудные постройки. И вроде бы новая машина. Такой еще никогда не видели. Но это еще интересней. Спасибо за совет. Не за что. Может, Аратак мне что расскажет про Аурею и громовой барабан? Надо с ним поговорить. Чтобы я больше от вас такого не слышал. Сомнения тяжелее сугробов. Прости нас, вождь. Мы будем готовы к новой попытке. Но это будет не попытка, это нужно сделать. Вы понимаете? Слушаюсь. Хорошо. Странница, ты хочешь поговорить? Аурея знает, что это за демон. Где мне ее найти? Аурея шаман. Ее дела не для наших глаз и ушей. И уж точно не для чужаков. Этот демон, о котором вы говорили. Ты бы сама сходила и убедилась, если смелости хватит. Он изменил машины. Сделал их злее, сильнее. Но кто он? Пусть шаманы разбираются. В Грани Песни есть другие вераки? Да. Деревня открыта для всех, кому нужны кров или припасы. Когда кончилась война, тамошний лагерь изрядно разросся. Быстро, как травы в оттепель. Может, протянет и до следующей войны с Карха. Ваш верак родом отсюда? Нет, большинство охотников пришли сюда из Банура, чтобы дать отпор демону. Но я здесь родился, и я сражался здесь с Карха, когда прочие отступили в горы. Мои товарищи со мной и сейчас. Те, кто выжил. Вы хотите вернуться на гору? Да, я дал слово. Но ведь риск так велик. Риск чего? Смерти? Нет уж. Куда хуже будет склонить головы и признать. Это нам не по силам. Ну что ж, у меня все. Славно. Дела важнее, чем слова. Ну да. Играйся на дым, идущий из громового барабана. Нужно заниматься делом. Я все гадала. Когда же мы снова свидимся? Ладно, чтобы понять, как этот демон влияет на машины, мне нужно разыскать Аурею. А для этого надо поговорить с ее учеником, который пошел на север, вдоль реки. Ученик Аурея ушел на север вдоль реки. Надеюсь, недалеко. Видимо, это Налтук. Наблюдает за той
Важно. Кажется, она... Сливает какой-то сигнал. Блин, нашли. И как же он так завалился, бедняга. Они вообще крепкие. Сейчас познакомимся. Может, визор здесь что-нибудь найдет? У меня иней на зубах. Последнее. Надо осмотреть длину шеи, оценить нанесенный урон. Похоже, от него карбанки должны антифлить. Если вернуть антифлить, я смогу его активировать. Гляну, что у него в голове.
целая. Длина шеи вообще прочная. Подошло. Надеюсь, сработает. Ну, теперь он уже не так плохо выглядит.
Если я права, надо просто восстановить подачу энергии. А если я ошиблась, по крайней мере, никто не увидит. Надо тебя тряхнуть. Полегче. Легче. А когда было легко? Ничего не почувствует. Вроде подходящее место. Отсюда я смогу на него запрыгнуть. Теперь заново придется. Thank you.
зажег. Теперь надо добраться до головы. Налтук? А ты кто? Как ты меня нашла? Бургрен сказал, где искать. Вот настырный. Я ему уже тысячу раз говорил, не хочу я у него ничего покупать. Я не торговка. Мне нужно найти Аурею. Забудь. Она ушла туда, куда ступают лишь шаманы. Получить наставление от голоса в синем свете. Такова ее задача. А моя задача — наблюдать за работой демона. И постараться сдержать его. Но что я могу сделать с этими башнями? За неделю они выросли по всей зарубке. Они источают энергию демона. Она питает машины, исцеляет их. Аратак сказал, демон повергает машины в безумие. Смотри, те с лиловыми метками. Это машины демона. Они сильнее, опаснее. Я уже видела такое прежде. Заражение. Но там был не ваш демон. Правда? Ну, ты знаешь больше моего. А башни? У вас такие же были? Нет. Впервые вижу. Так вот, они придают силы машинам демона. Надо что-то делать. Скажешь, куда ушла Аурея? Ты задаешь много вопросов. Когда не получаю нужных ответов. Аурея хочет услышать один голос. И это не твой. Извини. Хорошо. Ты хочешь сдержать машины демона? Я знаю, как это сделать.
моим луком и копьем. Стой, странница. Как твое имя? Элой. Ладно. Если ты погибнешь под ударами его машин, я хоть смогу рассказать о тебе Ауреи. Ты в меня веришь, как мило? Я не погибну. А когда вернусь, ты скажешь мне, где она. Машинами и башнями справляться научились. Очередь демона. Возможно, Ауреи стоит с тобой встретиться. На самом деле, она ищет надежду. И я вижу, ты можешь ей в этом помочь. Она в убежище за той грядой, ледяной теркой. Попасть туда можно лишь по тропе шамана. В конце тропы ты увидишь храм. Великую машину под синим самоцветом. Шаман, прошедший тропу, берет себе кусок самоцвета. Если доберешься, и ты возьми. Как награду. А что за синий самоцвет в конце тропы шамана? А, кристалл. Он растет на телах машин в самых древних рядах. Синий свет, вытекая из машин, замерзает и обретает такую форму. Но тебе важнее, что торговцы дают за него хорошую цену. Бургрен сказал, ты ученик Ауреи? В ее отсутствие я служу вождю Ивераку, советником, разведчиком, вестником синего света. Работы много. Не знаю, смогу ли я сравняться с Ауреей, но я попытаюсь. Я перед ней в долгу. Она поверила в меня. Неопытного шамана с края света. Только она. Ты был с Ауреей в том походе на гору? Хотел бы я даже, зная, чем кончится. Но я ведь не воин. Она не взяла меня. Когда Ауреи и вождь вернулись, они стали о чем-то спорить. О чем именно, я не знаю. А потом она дала мне задание и ушла. Как мне найти эту тропу шамана? Иди к ледяной терке. Пройди по меткам через ледяные пещеры и водопады и поднимись к храму. Но берегись. Этот путь задуман как испытание. Последний этап подготовки шамана. И в конце пути я найду Ауреи? Нет. Она еще выше. Где-то внутри горы. Если увидишь ее, передай. Я верю, что она услышит голос вновь. Хорошо, значит, теперь мне на ледяную терку искать тропу шамана. Есть ледяная терка.